Меня зовут Черезан Дарио, я родился в Италии, переехал с мамой в Россию и где-то увидел фигурное катание, мне так понравилось, и я ей говорю, что я тоже хочу этим заниматься, и я перешел в одиночное в Питере, потом приехал в Москву, и вот так оказался сырый. Мне кажется, у итальянского Дарика только его родословная, часть родословной, потому что так он чисто русский, это неплохо, наоборот. У него менталитет, совпадает с моим, и от этого у нас нет каких-то разногласий и каких-то явных споров. Так, в целом, Дарик спокойный, сдержанный, понимающий, веселый. Мне очень нравится ее характер. Даже если мы там не можем договориться, мы очень быстро находим общий язык и понимаем, как нам двигаться в ту или иной задачу, чтобы все было хорошо вместе. Я каждый день ем макароны, мне так нравится, с разными соусами, пиццы, мне просто это потрясающе. Вот самое важное вот для хорошего настроения – это еда. Я люблю делать шоколад, потому что шоколада хорошего, к сожалению, мало где купишь. Вот. Но я дома делаю хороший черный шоколад, поэтому, если что, обращайтесь. Только ты не сливай вот эти беговые вот здесь, вот, которые перед лифтом, ты как бы начинаешь как приотпускать. То есть иди. Ты сейчас нормально туда пошла или ты почувствовал? Чуть-чуть как-то пошла, ты как очень далеко туда, понимаешь? Он, конечно, прихватил тебя. И обороты я сейчас не считал. Там, по-моему, нормально. Я сейчас тоже не считаю, но там мы когда выход делали гораздо лучше, кости. Потому что выход ты на мягких ногах сделал, оно смотрится лучше. Потрясающий выход. Блин, такой лучше, удобнее. Что? Выход сам? В смысле, а что? Вы же вот так должны делать. Мне очень удобно это делать. Только сейчас ты должна сильнее вот сюда вот сейчас, была пойти. Куда? Вот на армаду. Алексей же сказал завернуть посильнее. Внизу! Молодец! Оттачиваем новые программы, накатываем все. Все идет очень хорошо. Будем удивлять новыми постановками, будем знакомить себя со зрителем, потому что мы во взрослые переходим, и уже большое количество людей смотрит, поэтому хотим себя показать красиво, хорошо, как взрослую пару. Опоздали чуток. Опоздали на акцент, да? Все неплохо. Еще свободнее первый, старайся делать еще свободнее. Прямо сейчас лучше, сейчас здесь больше воздуха, когда выходите здесь, берете вот сюда. Больше воздуха смотрится. Подтянул тоже нормально, а потом после подтяжки одна тройка опять мелкая у тебя. Ты где? Подтянул он тебя. Подтянул. Делай.
вот эту вот штучку, да, вот эту штучку мне не это самое, не краи. Прям сделала, раз, нога, и, то есть, как бы, вот этот момент у тебя должен более мягкий быть. Не краи, понимаешь? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Сейчас вот это все как бы идет как надо. Там да. Пух туда прям, понимаешь? То есть это все как бы наотмашь смотрится. И сейчас, мне кажется, вот там пам-пам и немножко такая как затяга и прям пойдет с хорошим этим эффектом. Конечно, хочется добиться самых высоких результатов, но сейчас мы движемся ровно, мы ставим серьезные цели на сезон, чтобы показать себя, утвердить свое место. Все равно всегда стремишься к тому, чтобы быть самым лучшим, самым сильным.